нарушил отцовскую традицию. Как я могу? Могила подготовлена. Вы вчера отказались от услуги для перевозки. Да. Потому что у меня денег на это нет. Значит, я вам объясняю. Я же вам говорил, у меня третья кухня подряд. Первый за два кухни я вам заплатил. За сестру с полным объездом. У нас специализированный транспорт. Точно такой же, как у вас, подготовленный. Подготовленный от и до. Ваш транспорт. Заказчик заключил с нами договор. Но при осуществлении похорон перевозка умерших людей осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в Волгограде. Сотрудников полиции надо пригласить. Почему нас не пускают? Как бы не пропускают. А полиция, они смотрят за общественным порядком. А кладбище — это общественное считать место. Вам объясняю, что надо соблюдать закон. Нам как человек скажите, вы бы так сделали? Причем тут человеческий фактор? Да при том, я потому что все мы люди. Вы что вообще творите? Вы что беспредел тут какой-то устраиваете? Мы не беспредел. Мы а что вы делаете? Я говорю по-человечески. Вы братом. Бы оставили отца. Вы мне ответьте на вопрос. Как человек, как человек человеку, ответьте мне на вопрос. Чего вы глаза свои отводите? Развернитесь ко мне, с вами разговариваю. Вы сейчас неуважительно ко мне относитесь, разворачиваетесь ко мне спиной. Вы бы так сделали, оставили своего отца. Мне остается одно только поступить. Вот взять себе сейчас бензин здесь обличить, сжечь себя, вот и все. Это будет на вашей совести. Вот для этого здесь сотрудники полиции. Да, я вот прямо сейчас здесь встану и сгорю просто-напросто. Вот и все. Это будет на вашей совести. Каждый раз одна и та же ситуация. Это не акция, это похороны. Это для вас акции там и прочее. И цирк там, как вы называете, и прочее. Вот представители разных организаций собрались, и они говорят, что такой беспредел в памяти постоянно, постоянно. Шлагбаум откройте. Вы людей не имеете права никто задерживать. Вы представители власти. Здесь происходит нарушение законодательства. Вы удерживаете людей насильственно. В угоду каким-то коммерческим дрязгам. Выехать, заехать, похоронные процессии никому не дают. Поэтому вот как бы заказчик, сестра, ей уже нехорошо. Мы определились так, раз с этим беспределом, они берем просто гроб на руки и понесем с родственником, понесем захоронить, раз такой беспредел творится у нас в городе, его не могут порешать наши власти. Охахамели да, уже. Да, вот память наша вот такая вот. Зачем могилу разрешали? Просто интересно, куда смотрит наша власть. Вот полиция, видите, стоит полиция, объясняет. Полиция стоит, объясняет. На плечо. Давай. Погост можете снимать. Родной, тихо. Погост можешь снимать. Меня я тебе иди снимай. Меня я тебе запрещаю снимать, я тебе сказал. А ты кто ты вообще? Кино снимаешь, что ли, друг? Кто вы вообще? Вы покажите удостоверение или что? Представьтесь вообще. Для начала. Ты кто? А что ты здесь делаешь вообще? Не. Какой родственник? Ты не имеешь сюда отношения. Вот этот товарищ с камерой. Все, не надо, конфликтов не надо, просто они нарушают вообще. Мы им запретили себя снимать и людей снимать. Хочешь снимать общественное место, снимай, вон могилы, кресты. Иди, вон похороны идут, иди подснимай там. Рука уже трясется. Куда не подходишь, куда не подходите со своими камерами. Памперы ты взял? Наблюдайте вон со стороны. Что хорошее? Не нравится, развернулся, ушел отсюда. Память также меня оповестила меня и сказала, официально заявила, что если я не оплачу транспортировку отца, то, соответственно, на до могилы я просто-напросто с телом своего отца не попаду. То есть они всячески будут мне препятствовать, выставить своих людей. Непосредственно такое обращение делал ко мне начальник службы безопасности ритуальной услуги памяти. Это Станислав. Фамилию я не помню. Вот. И они всячески препятствовали моей оплате и сказали, что пока я, так сказать, не соглашусь на их условия, деньги за раскупку могилы они брать не будут. И, соответственно, могила подготовлена не будет. И также, исходя из этого, меня просто-напросто не пустят с гробом, где не раскопана могила. Еще я делал оповещение в полицию и заявил, что если мне не дадут сегодня похоронить моего отца, то я
просто покончу жизнь самоубийством, оболью себя бензином и сгорю в знак протеста, потому что отец для меня очень дорог и вообще семья для меня очень дорогая. И я не могу позволить, чтобы Данте просто-напросто, я с этим гробом обратно пошел домой. К нам обратился Александр, да, непосредственно заказчик наш. Мы заключили договор на ритуальные услуги. Мы имеем право это оказывать, о чем есть в свидетельстве, а КВЭД у нас все позволяет. Вот. Далее мы, как положено по законодательству, получили гербовое свидетельство и обратились, опять же, как указано в нашем законодательстве, в администрацию кладбища, дабы мы должны были уведомить кладбище о том, что мы собираемся совершить захоронение, то есть за сутки мы должны уведомить. И как бы нам сказали, что, ну, опять же, уже просто чтобы не идти на конфликт, они сказали, что здесь копаем только мы и никто иначе. Мы могли и сами выкопать, но пришлось оплатить, они вынудили просто. Ну, мы думали, не будет конфликта такого, если мы им заплатим хотя бы за могилу. Подъехали чуть раньше, проверили могилу. Могила была выкопана не по санпинам уже, то есть уже меньше, чем метраж. Да, там был 1,40 м. Парни прошли, промерили с рулеткой. 1,40 м. Санпины начинаются от 1,5 метра и более должно копаться. То есть уже этот нюанс, я не знаю, подставить они хотели нас, что мы как бы захоронение так делаем или еще что-то. Ну ладно, мы проверили этот нюанс. Далее, преградили, как вы видели, внезапно началась уборка на кладбище, преградили спецтехникой, КАМАЗами, прочим, чтобы не проехали, закрыли шлагбаум, удалили таблички, где написано постановление Думы, что может заезжать спецтранспорт, коим является наш катафалк, такой же абсолютно, как в памяти, где в документах написано зарегистрированный спецтранспорт. Было принято решение просто брать гроб на руки и нести вот это вот расстояние, сколько, 3 километра или более, дабы хотя бы так оказать человеку, чтобы не было лишних скандалов. Ситуация в городе, то есть неважно, какая структура будет хранить, какая фирма, она одна. То есть память не пускает, люди боятся, то есть они звонят, он говорит, ну, мы боимся, мы хотим с вами, мы знаем, что у вас дешевле и качество, что у вас лучше, но мы просто боимся, что нас не пустят. И поэтому мы призываем людей, что вы не боялись, что в любом случае, то есть все эти мероприятия законны, то есть как это мероприятие показало, все мы можем сделать, и поэтому и дешевле, и качество, то есть не будет от этого страдать. Нас не пускают также работать по установкам, требуют от нас деньги, люди обращаются сделать памятник. Мы приезжаем получить разрешение на кладбище, нам их не дают. Требуют от нас деньги постоянно. Каждую установку 1000 рублей, оградку поставь 1000, заплати. Мы уже не можем и не знаем, как бороться с этой компанией. Просим помощи людей, граждан, чтобы видели это, слышали обо всем этом, чтобы как-то подействовали на это все. Я в марте месяце хоронил отца на Краснооктябрьском кладбище. Ну, как бы ролики тоже есть в интернете. Меня также не пропускали на кладбище, но катафалк мой заехал. Сотрудники охраны как-то профукали, открыли задний въезд, и мне катафалка заехала. Я когда похоронил, мне очень много угроз поступало, кучу предложений от памяти на индивидуальных условиях каких-то. Ну, как бы пока это беззаконие и будет твориться, как бы, и как бы не скрываю, я был, привлекался к ответственности, был судим, бывал в тех местах, и они меня вот этим запугивают, как бы, постоянно. Полезешь, мало ли, что-то опять там окажешься. Ну, как бы, если сейчас хотя бы это дойдет до представителей власти, ну, хотя бы на этом уже пора поставить точку.